sun's at midnight. You can say all that you want, but you and I were meant for this. You know, sometimes we hide behind this illusion that we're done. Oh, please see that you're wrong in this. I don't fall in love cause I'm here tonight. I don't wanna say it but it just feels right. I think a barrel's just about the time. Сезон проходит замечательно. Видите, 3 недели не было снега. Пошел снег. Ветер какой-то. Там 10 сантиметров снега выпало. Ну, раньше это было бы 50, конечно. Но сейчас такой малоснежный год. Он, хочу сразу заметить, что повторяется периодически. Потому что и многоснежные повторяются, и малоснежные повторяются. Цикличность природы присутствует. Сейчас все говорят, что мест нету в квартирах. Мест нету в гостиницах, мест нету в гостевых домах. Если взять, опять же, прошлый бы год, здесь просто сейчас машины бы, они все бы друг другу бибикали и не могли бы проехать, разъехаться. Потому что города наши сибирские, они приезжают в основном на машинах. А туристы, которые сейчас живут, в основном доминируют, да, в Шерегеш, это европейская часть. Москва, они прилетают на самолете или на ЖД приезжают. Соответственно, у них тут трансфер, они приехали. И они, с одной стороны, нагружают инфраструктуру Шерегеша. Больше живут, больше ночей живут. Больше денег тратят. Там, дольше живут. Но при этом они не мешают жизни там, обычным жителям, которых тоже в какой-то степени это раздражает. Потому что вроде на курорте, когда ты не можешь машину поставить около подъезда, когда ты не можешь проехать, это мешает. Сейчас, понятно, просто Москва бронировала все в начале сезона, в начале лета. Как здесь Новый год, понятно, бронировался всегда далеко заранее, там 8 марта, февраль, все прочие такие праздники высокие бронировались. Остальные даты либо заезжали за неделю начиналось бронирование, либо за несколько дней, в зависимости от... Вот снег пошел, все поехали, все. А сейчас поехать, да, все, Москву там занято, с сентября все разбронировано, глубоко там до марта, и сейчас март добивается. Цены у нас поднялись не на все. Хочется выделить в этом ключе, конечно, гостиницы, которые прям вот выдержали так в рамках инфляции, чуточку подняли цены и оставили. Гостевые дома многие подняли цены, многие в 2 раза. Я уже говорил об этом неоднократно. А если посмотрели, канатные дороги подняли цены в 40, на 40% примерно. Бюджетные, но квартира-то за 1500-2000 она никуда не ушла. Причем есть очень хорошие ремонты в квартирах, современные, свежие ремонты. То есть, если мы раньше говорили, что большинство квартир это был запах подвала, запах канализации, сейчас это все убрано, запахов нету, все заходишь, все чистенько, все красиво, все современно. Хостелы. Ну, хостелы, наверное, от 1000, да, на горе мы можем найти варианты. 1000, да.
человек, то есть номер, там, допустим, если он там две кровати, 2000. А самое дорогое проживание, ну, тысяч, наверное, 20 на двоих. Вот, если, там... Сколько коттедж? Вообще, в среднем. В среднем, но сейчас сутки 20 тысяч. Независимо от праздника. Нет, в зависимости, конечно. В новогодние даты это повышается в два раза. На 8 марта, на февральские праздники это все тоже повышается. Давайте про Новый год. Новый год, если захотят люди купить, на какую сумму по жилью, вот по коттеджу, по квартире ориентироваться? Коттеджи от где-то 20 тысяч до 50-60 за коттедж. До 10 человек. Есть 12 где-то, ну, средне до 10 человек. Гостиницы, ну, где-то от 10 тысяч, да, и мы там, до 25. Мы... От 10 тысяч гостиницы? Номер, на двоих. Номер на двоих? Да. Где-то, наверное, поменьше можно найти, но такие варианты. Ну, а квартиры поднимают цену? Квартиры поднимают тоже в два раза цену. Если сейчас она там, условно, 2 тысячи стоит, одна там с доп. Местом, одна-двухкомнатная, там от полторы до двух они стоят, то на Новый год они вырастут два раза в цене и будут сдаваться тоже так же, там минимум там, двое-трое суток. Сейчас еще есть возможность найти на Новый год жилье? Какие, в любой год всегда есть возможность. Но она очень маленькая, потому что, вы сами понимаете, кто-то заболел, да, сейчас ковид. То есть раньше бы с насморком поехали, сейчас с ковидом как-то побаиваются. Отказы есть из-за ковида, отказы есть по разным факторам. Всегда перед Новым годом, особенно за неделю, появляются варианты проживания. А для кого они, я, честно говоря, не очень понимаю, потому что люди все планируют Новый год задолго, да, и просто так сорваться, это нужно вообще просто сидеть там, ждать, ну, поеду, не поеду. Но варианты есть, если вдруг кто-то хочет, нужно смотреть, мониторить, какие операторы, их 6, то есть вот Каскад, Сектор Е, Малка, Фристайл, Спорт-отели есть Бугель и гостиницы Ольги есть Бугель, и она совместная, получается, канатная дорога, я так понимаю, сейчас у них флайгиш, которая кабинка идет от Белки, от горнолыжного сервисного центра. Сколько трасс? Ну, я бы выделил, может быть, 15. Потому что многие трассы, вот она идет, у нее вот, такое ответвление, раз, два, три. Как бы, ну, она одна фактически идет параллельно, то есть там тремя трассами назвать ее сложно. У нас на карте это, конечно, три трассы. Получается, самый дорогой скипас у Каскада 2000 в сутки. Единый скипас, который объединяет Каскад, Сектор Е и Гешфлай, он стоит 2400 рублей. Is what I need to know. Oh, oh. So take my hand and let our fears go. Take me to your jungle where the rain is warm and the birds fly. Take me to your kingdom. Yeah, take me to the. Yeah, take me to the. Здесь лично, поэтому не знаю, как прошлогодних. А до этого где катались? Ну, в основном Красной Поляны. А, то есть вы... Сочи. Ну, вообще из Подмосковья, но вот ездим в Красную Поляну. Ну, как вам Сибирь? Сибирь? Холодно. Здесь хорошо сезон открывать, потому что здесь рано снег попадает. Соответственно, можно приехать уже в ноябре и начать кататься. Кстати, в апреле тоже. Ну да, и кто любит подольше кататься, в апреле. Алексей, откуда вы приехали, расскажите? Сколько вам лет? Мне 13 лет, я приехал из Москвы на горнолыжный курорт Шерегеш. По всем горнолыжным курортам сейчас нет снега. Ну и все решили поехать в Шерегеш. Этот курорт славится снегом.
он тут какой-то другой, специфический. Тут его очень много обычно. Я был на Эльбрусе. На Эльбрусе примерно так же, только чуть-чуть похуже, как по мне. Трассы более для новичков. Не более крутые, там полегче ездить, конечно, чем в Шерегеше. Ну и там не так много снега. По действующему законодательству Кемеровской области все развлечения заканчиваются 23.00. До 23.00 работают бары, вайс, дискотека, рестораны. Больше, в принципе, в Шерегеше ничего не было. Раньше до утра айс-клуб работал, развлекательный центр работали все. Ну, конечно, люди отдыхали. Ну, как бы лучше, можно, конечно, сказать. Ну, за сутки всякое бывает. Ну, рейсов и 20 бывает, и 30 бывает. Сколько стоит от поселка до горы доехать? От поселка до горы стоит 150 рублей. Без багажа. А если со снаряжением? Если со снаряжением, 200 рублей. Это зависит от количества человек? Нет. Неважно, один или четверо? Неважно. Неважно. 200 рублей? Да, 200 рублей. Лыжи, ботинки и палочки 500 рублей весь, ну, инвентарь. Это сколько? На день. А если брать, допустим, больше, три? Ну, там, вне зависимости, цена такая же остается. Как бы вот так. Сноуборд? Та же самая цена, 500 рублей. У них в комплекте борт и ботинки. Мы даем, не выдаем, мы шлема и перчатки не даем. Перчатки, шлема и очки, ну, каскеть. И все. Мы предупреждаем, что работаем до 5, и они тоже знают прекрасно, что гора до 5. Мы предупреждаем, что работаем до 5. Если до 5 человек не успевает сдать, то можно сдать на следующий день до 10 часов утра. Как бы все соглашаются, как бы хорошо. Это не за дополнительно? Нет. Первый час рабочего дня бесплатно, чтобы успели туристы сдать, как бы. Если они продлевают, то некоторые приходят, говорят, что продлевают, либо позвонят, чтобы мы как бы не теряли. Я из Петербурга, вот девушка из Москвы. Первый раз в Шерегеше? В Шерегеше, да. А, скажите про впечатления. Ну, мы здесь всего третий день. Очень рады, что здесь есть снег. Нам повезло, начал снегопад последние несколько дней сыпать, поэтому пока получаем огромное удовольствие, все в восторге. Кроме снега, вообще как инфраструктура, организация, скажите? Ну, есть, конечно, определенные вопросы, но в общем и целом получаем удовольствие. Поэтому нас ничем не запугать, ничем не смутить. Определенные вопросы чего касаются? По работе подъемников. Например, вчера как бы половина подъемников вообще не работала, хотя по большому счету я не скажу, что погода сильно отличалась от сегодняшней. Поэтому как-то, ну, странно. Был, например, в Андорре. В Андорре очень там интересно сделан именно сами по себе подъемники. Во-первых, на самой верхней точке обычно идут как бы крытые подъемники. Это значительно комфортней. Вот. Ну, понятное дело, здесь перестроить уже ничего не получится, но как бы то ни было. Подъемники едут быстрее, тормозят перед самым непосредственно как бы сходом. Вот. Это да, это классно. Здесь, я так понимаю, скорость всегда одинаковая. Если бы было все открыто,
Я бы, наверное, все равно в Шерегеш поехал. Но у меня, в принципе, такая позиция, что я стараюсь не бывать дважды в одном и том же месте. В Шерегеш я не был, вот побывал. В следующий раз куда-нибудь в другое место отправлюсь. Не первый. Ездил еще в 2018 году. Почему поехали в Шерегеш? Ну, во-первых, Европа закрыта. Из русских курортов это, наверное, один из самых лучших. Вот особенно, да, там по снегу, по трассам. В Сочи нет такой природы, как здесь. Ну, то есть, чем это нравится. Плюс Сибирь, это немножко аутентично. И вот нам, как, так сказать, столичным людям, интересно приехать сюда. А в Сочи... А заметно, что цены стали выше? Да, ощутимо выше. Ну, примерно процентов на 30 точно подняли цены. А сколько вы потратите на свой отдых? На отдых на Шерегеше? Ну, 1020, наверное, уйдет. За сколько? За 4 дня, получается. Вы снимаете квартиру? Да, квартиру снимаем. За сколько квартиру? 10 тысяч рублей получилось. За 4? Да. В компании? Да, да. 4 человека приехали. Ну, то есть цена на квартиру выше, чем в прошлом сезоне? Мы до этого всегда в отеле жили, просто сейчас нам не удалось найти отель на эти даты. Мы бронировали, планировали поездку месяц назад, но и тогда уже не было ни одного отеля свободного. Кроме Шерегеша, еще где были на горнолыжных курортах? В Красноярске, в Екатеринбурге. Чем Шерегеш? Миасс, да. Выгодно отличается? Ну, хороший снег. То есть много снега и так далее. Тусовка. Кстати, как ты тусуешься? Рукс. Самый любимый парк? А? Рукс. Да, да. Ну, то есть преимущество Шерегеша – это снег. Снег, определенно. Ну и сама атмосфера, конечно, Шерегеша. То есть в том же Миассе мы не встречали такую атмосферу, как здесь. Как можно описать атмосферу? Дружественная, то есть все приветливые люди и так далее.